А перед началом видео хотел вам посоветовать посмотреть и подписаться на канал Белов Channel. Я недавно создал свой канал и снимает влоги. Парни два проекта. Парень восстанавливает газель. Также он восстанавливает десятку на дембель своего брата. Давайте поддержим молодой канал просмотром и подпиской. Ссылка на его канал в описании под этим видео. Народ, как вам такое? Это вон же Рон.
Всем привет! В общем, очередной ролик. Сегодня хотел выехать на еже, устроить зимние покатушки. У нас целый день валит снег. Так, отсюда-то я выехал, как вы видите. Но вот здесь вот я застрял. Здесь вот небольшой наклон. И под снегом вот такой вот лед. Поэтому машина буксует. Также у меня стоит сзади резина. Ну, резина не новая. Шипов 10% здесь. Ну, резина какая есть, пойдет для сельской местности. В общем, раз я застрял, сегодня снимем ролик на тему, как выехать, если вы застряли в снегу. Ну, или в такой вот ситуации. Ну, или, например, там гололед или что-нибудь в этом роде. Также есть вариант, если у вас двое-трое, вы можете сами вытолкнуть машину и уехать. Ну, допустим, вы застряли один, и как в такой ситуации действовать? Вот сейчас я на своем примере, я застрял, допустим, в поле, на какой-нибудь низине, и не могу выехать. У меня с собой лопата, песок. Также я попробую спустить немного колесо. Посмотрим, что получится. Хотел с раскачки, с машины не идет. Ворот она больше зарывается. Там уже бампером я уперся. По идее, я сейчас мог закинуть в багажник. Вон, у меня лежат блоки. Блоков закинуть штук 20. И она под своим весом должна выехать. Так пишут в книгах, что если в багажнике есть 2 мешка песка, она спокойно едет по рыхлому снегу. Но здесь, видите, снег не рыхлый. Внизу лед. Давайте сначала попробуем лопатой немного почистить там, что получится. Также с другой стороны почистим. Так, ну что, я почистил, освободил немного от снега. Там, в общем, по кругу почистил. Сейчас попробуем. Так, ну что, с лопатой не получилось. Машина опять буксует. Вот здесь вот опять образовался лед. Сейчас попробуем насыпать немного песка. Так, ну прежде чем сыпать песок, есть у меня такая небольшая идейка. Попробуем выехать при помощи какой-нибудь тряпки. Допустим, у вас нет песка, а есть в машине какая-нибудь старая тряпка. Ну, фуфайка, брюки. Попробуем кинем под колесо брюки, сможет ли она за счет этого выехать с этого участка. А потом у меня такая идея, я видел, как на больших фурах водители, когда застревают, они используют вот такую вот сетку. Подкладывают под колесо вот такие вот сетки металлические, и фура потихоньку выезжает. Сейчас кинем какую-нибудь тряпку, а потом сетку, а потом уже песок. Так, вот нашел брюки старые, сейчас испытаем. Так. Ух, застрял в дороге. Как же выехать? Так, затолкал под колесо. Сейчас попробуем. В общем, тряпка не помогает, сразу вылетает. Это колесо не крутится. Теперь попробуем металлическую сетку. На самый лед положим. Так, ну что, хотя вот до сюда выехать
Главное, чтобы рядом никто не стоял, иначе она может вылететь кому-нибудь по лбу. Сетка помогает. Машина просто тихонечко выезжает. Как будто еду по асфальту. Так, ну что, опять такая ситуация. Машина застряла. Внизу лед, сверху снег. Пробуем кинуть песочек. Так, пробуем. Потихоньку, потихонечку. Так, ну что, песок реально помогает. Вот особенно где лед. Вот я сейчас насыпал песок. Даже там соли не было. Обычный сухой песок. И машина спокойно вот выехала. Так, ну как вы видите, машина не может подняться в гору. Колесо буксует. Сейчас попробуем колесо спустить. По идее, колеса спускает, когда там рыхлый снег. Ну а здесь, правда, вот видите, лед. Попробуем, в общем, на льду. Так, ну что, колесо спустил. Где-то, наверное, единичка там осталась. Больше половины спустил. Сейчас попробуем.
этот способ не помогает. Так что зря я спустил колесо. Спущенные колеса помогают, когда рыхлый снег. А на льду это бесполезно, мне кажется. Попробуем по рыхлому снегу. Так, смотрите, опять застрял. Сейчас буду спускать правое колесо и хочу сюда вот поставить машину. Это колесо буксует, ну а это не крутится. Хотя здесь, видите, спущено. Вон, видите, как спущено. Сейчас попробуем правое спустить и посмотреть, какой будет эффект. Так, ну что могу сказать, вот этот способ, когда колеса немного спускаешь, реально действует. Вот я убедился на своем опыте. Так что этот способ также надо будет и летом протестировать в грязи. Также в следующий раз попробуем способ с блоками. Загрузим в багажник что-нибудь тяжелое и поедем по сугробам. Можно было, конечно, сегодня поехать куда-нибудь прокатиться, но у меня бензина мало. В следующий раз бензин привезу и поедем. Также вот магнитолу нашел какую-то, но это правда кассетная. А родную магнитолу я включил, она работает, шипит, но не ловит. И работает только этот динамик. Подключал этот динамик, с этим динамиком не работает. Также в следующем видео надо будет поменять замки. Так, это что такое? Так, это замок багажника. А, вот. В общем, надо будет поменять. Потому что там спереди замок не работает, я проверил. Так, еще. Только что подтянул цепь, а то бренчало. Так, в общем, вот этот болт открутил. Ну так, чуть-чуть расслабил его. И этот машину на горке оставил, на вторую скорость воткнул. И немного толкнул, чтобы коленвал немного вперед прокрутился. И цепь подтянулась. Когда вот этот болт открутил, звук такой был, типа щелчок, что ли, как будто что-то отошло. В общем, надеюсь, все сделал правильно.
отлично заехал. Смотрите, вот здесь вот я пробовал на рыхлом снеге. Вот как на спущенных колесах. Отлично, по рыхлому идет. Вот сейчас вам покажу. Камеру сюда вот поставлю. Так, еще один способ. Можно выехать при помощи раскачки вперед-назад. Ладно тогда. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем удачки, всем пока. Пишите свои советы, как вы выезжаете. А у меня на сегодня все. До следующего видео.